сегодня мы отправляемся в Yas Waterworld в Абу-Даби. Шикарный, огромный аквапарк. Ну, немного об этом аквапарке. А дело в том, что аквапарк построен по мотивам легенды о Дане и затерянной жемчужине. Так вот, немного об этой легенде. Много лет назад ловцы жемчуга из маленькой деревни Кайрат-Аль-Джуна обнаружили огромную жемчужину, покоившуюся на дне океана среди устриц. Она принесла жителям деревни удачу, благополучие и богатый улов жемчуга. Но однажды с моря подул свирепый ветер. 3 дня и 3 ночи безжалостный шторм свирепствовал в деревушке. На утро 4-го дня ветер стих. Жители вышли из своих домов и обнаружили, что огромная жемчужина исчезла. С тех пор ловцы находили все меньше и меньше жемчуга, и для деревни настали тяжелые времена. Вдобавок ко всем бедам, банда алчных бандитов ворвалась в деревушку и похитила множество жемчужин, добытых тяжелым трудом. Маленькая девочка по имени Дана больше не могла видеть, как страдают жители. Она отправилась на поиски жемчужины, чтобы вернуть благополучие своей деревне. Дана искала жемчужину по всей пустыне, спасаясь от бандитов, следовавших за ней по пятам. Встречая на своем пути множество добрых животных, она добралась до оазиса у деревни, где и нашла потерянную жемчужину. Билеты в этот аквапарк можно приобрести на сайте yaswaterworld.com. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под этим видео. А можно приобрести в кассе прямо на месте. Стоимость билета. 1 день в аквапарке Yas Waterworld 250 дирхамов. Если вы хотите посетить 2 парка, то есть аквапарк Yas Waterworld плюс Ferrari парк, который находится рядом, то можно купить 1 билет, который будет стоить на оба парка 315 дирхамов. Если вы хотите посещать эти парки 2 дня, Yas Waterworld и Ferrari Park, то билет обойдется вам в 355 дирхамов. Цены действительны на этот момент. В будущем возможны изменения. Если вы резервируете билеты заранее, то обычно есть скидки. Чтобы не стоять долго в очередях на горке, есть 3 пакета в этом аквапарке. Бронзовый, когда вы стоите во всех очередях. Серебряный, когда 3 раза вы можете подняться на горку без очереди. И золотой пакет VIP, когда вы проходите без очереди на все аттракционы. Соответственно, цены на серебряный и золотой пакет выше, чем на бронзовый. Русскоговорящие сотрудники в этом аквапарке тоже есть. Хотите что-то очень прям экстремальное? Вот здесь есть 50, номер 50, Ливалук. Очень страшный аттракцион, вы заходите в капсулу, пропадает пол, вы летите вниз. Может, мы 1 раз-то прокатимся? Не, 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 без меня, конечно. Вон, вот почему, вон, ты и Федя на это есть. У нас дети. Пожалуйста. А, но там есть ограничение, а если 40, я хочу, минимум я 45 килограмм. Минимум. Сколько ты весишь? Если ты сколько там нужно весить? 45 минимум, потому нет, что если меньше, он может застрять в трубе. То есть нет, будут доставать, лезть туда. Ну, то есть... Вика, ну давайте раз прокатимся. Не, пожалуйста. Смотрите, меня. Далее. Я думаю, вот здесь тебя пустят на 42-41, они пожалуйста. Очень тоже страшные. Там называются Джебел Дроп и Хамлухам. Вот эти, они идут 2 горки вместе, одна зеленая, одна синяя. Вы их увидите. Потом, если хотите посоревноваться, вот здесь номер 43, то есть вы выезжаете это одновременно. Вот горки вот эти, вот, да. Да, вы выезжаете одновременно, знаю, и потом спускаетесь, в конце вы видите результат, кто первый прошел, за сколько времени и так далее. Не очень страшные горки, вот эти змеи, извините, ага. Заговариваюсь. Вот эти змеи там не очень страшные, но тоже классные. Очень советую попробовать вот этот. Это что такое? Это серфинг, боди-серфинг. То есть вы ложитесь лежа на эту доску, и вам инструктор показывает, что делать. Очень интересно, очень классно, прикольно. Очень советую попробовать. Насчет еды. Вот в этом здании есть ресторан Chubby's Kitchen. Кухня там специфическая, там более как фастфуд плюс острая еда. Поэтому советую вам пойти здесь. То есть обходите это здание, да? Вот здесь,
Dana's Kitchen, или как оно, Dana, что-то там. Здесь ресторан более как фастфуд, там тоже есть салаты, если вы что-то такое хотите. Если вы хотите фрукты, фреши, что-то свежее, и мороженое есть вот здесь. То есть вы вышли, пошли направо, и вот здесь есть такой маленький тоже как кафе, ресторан. Ага, там есть фрукты, сок и фреши, что-то такое. И еще интересная штука, у нас есть как американские горки над аквапарком. Это вот в этом здании. Называется Bandit Bumper. Вот, мы будем вы здесь. Можете, мы будем лежать. Вы можете без проблем туда идти, потому что вы не, ну, не будете мокрыми. Там. Ага. То есть, я понимаю, я знаю, что вы просто сверху летали. Да, да, сверху. Нет, я боюсь высоты. Нет, а зачем я с вами пришла, если мы никуда не пойдем? Почему не пойдете? Вон, ходи! А скажите, пожалуйста, вот детей можно отпускать одних? Да, конечно. То есть, там мы, есть мы берем ограничения там, просто на каких-то, да? Да, на каких-то горках, которые, ну, могут быть опасными для детей, потому что они все исследуют очень, очень тщательно, чтобы там вес, взрост, чтобы ну, все было. То есть там у них везде есть весы, везде есть вот эти палки, чтобы измерять. Ну а сейчас мне хотелось бы рассказать вам о 5 уникальных аттракционах в парке, которые обязательно нужно посетить. Первый – это Давама. Ощутите свирепый ветер, который налетел на деревню Даны и унес легендарную огромную жемчужину. Горка Торнадо рассчитана на одновременный спуск 6 человек и полностью оправдывает свое название. Вас ждет невероятный заряд адреналина. Следующая горка – Falcon's Falage. Горка посвящена соколу Шахин, который сыграл важную роль не только в легенде о затерянной жемчужине, но и в истории Объединенных Арабских Эмиратов. Номер 3. Bubbles Barrel – аттракцион для серфинга с самыми большими в мире искусственными волнами. Назван в честь дельфина Bubbles, друга Даны и защитника деревни Кайрат Аль-Джуна. Чувствуете себя в воде так же уверенно, как дельфин? Тогда покоряйте 3-метровую волну. Номер 4. Bandit Bomber. Совершите увлекательное путешествие по аквапарку. Горки Bandit Bomber символизируют погоню бандитов Чаби и Скини за Даной и ее друзьями, которые отправились на поиски затерянной жемчужины. Во время поездки вам будет просто страшно, но зато вы увидите весь аквапарк сверху. Номер 5. Slither Slides. 6 горок-труб, названных в честь хитрого змея, который помогал бандитам Чаби и Скини планировать похищение жемчужины у Даны и ее друзей. Прочувствуйте скорость. Какую бы горку вы ни выбрали, приготовьтесь к неожиданным поворотам на огромной скорости в полной темноте и к погружению в бассейне в финале. Алексей Усулагда, драйв.
В общем, целый день в аквапарке нам было весело, и время прошло незаметно. Рестораны в аквапарке тоже есть, так что если проголодаетесь, то есть где перекусить. Мы попробовали салат из тунца, рыбу с картофелем фри, так называемый fish and chips, и пиццу. Средний чек на человека $30 за блюдо с напитком. Но готовят вкусно. У меня на сегодня все. Всем желаю хорошего отдыха в Эмиратах, интересных экскурсий и отличных воспоминаний. С вами была Елена Шарова из Абу-Даби.